Семеро выпускников региона получили высшие баллы сразу по двум предметам, еще 63 по одному. В Ярославской области подведены итоги экзаменационной кампании. Самый большой урожай стобальников по русскому языку. Великий и могучий знают идеально 49 выпускников. Это больше, чем годом ранее. Количество набравших от 80 баллов и выше тоже увеличилось. Правда, и число не сдавших тот или иной предмет возросло. Удаленных с ЕГЭ в этом году 6, в прошлом в 2 раза меньше. Причем троим пришлось покинуть аудиторию во время работы по русскому языку обязательному предмету. Эти 11-классники не получили аттестаты.